Друзі, я вас вітаю. Просто зараз з нами Сергій Кобзар. Сергію, вітаю. Дуже рада бачити. Доброго времени суток. Питань до вас сьогодні трошки є, але хочу розпочати з ситуації, що зараз на Росії в Кремлі відбувається. Що там насправді? Україна на себе це все почувствує гораздо позже, чим нам хотілося би. Я ще з осені говорив, що, ну, понятно, зараз ми це ніяк не докажемо, але з сентября там пішла розкачка ситуації і моменты вот этих всех перестановок, они неизбежны. То есть просто сейчас они немножко сместятся. То есть они должны были полностью закончиться где-то к осени. Я думаю, сместятся они где-то на декабрь, январь месяц. Вот так вот. Момент передела власти. И вот эти рокировки, это не последнее, что мы будем видеть в ближайшее время на просторах этого государства. Вот. То есть это будет еще длиться, и момент внутренней смуты, он будет только усугубляться, потому что идет передел власти, он будет набирать обороты больше, больше и больше. В принципе, нам это по итогу отыграет в пользу. Чи буде у найближчий час щось на кшталт того походу Пригожина минулого року? Чи нова активізація РДК? Наскільки це реально? Ну, давайте разложим, но у нас мы все время ждем, два года, я говорю уже даже больше, мы ждем того, что у них есть то, что есть у нас, что поднялись, пошли что-то менять. Не будет этого. Не будет, ну, не будет. То есть, ну, с чего оно вдруг появится? Там больше того, ну, какая мотивация им подниматься? Ну, хотя бы одна какая-то, ну, какая? Те, кто воюет, им если завтра скажут, что не надо, вас не будут убивать, вы просто будете сидеть у границы, они зарплату будут получать. Внутри, ну, им надо, чтобы телевизор показывал, и было, что выпить, если есть чем закусить, вообще отлично. Ну что, элиты, ну да, элитам тяжковато, но я думаю, найдут они какие-то обходы, как зарабатывать больше, чем зарабатывали, как выехать отдохнуть куда-то. То есть, ну, с чего вдруг? Сейчас посмотрим, но мы все ждем, что там будет... Там не будет так, будет все немножко по-другому. Момент раскола связан с падением режима. Падение режима возможно только тогда, когда вот этот передел не, ну, не даст должного эффекта. Вот и все. То есть падение путинского режима. Даже не смерть Путина, падение именно режима. То есть даже если это будет передача там кому-то из молодых последователей этого режима, все равно будет падение. Как только будет падение, будет раскол. Это один вариант. И второй вариант – полное поражение на поле боя. То есть тоже возможен раскол. Но раскол все равно будет. Но он не будет из-за того, что будет путч там и так далее. Нет, здесь все равно, здесь попадает в раскладе момент самообмана. То есть мы находимся в ожидании того, что вдруг там облагоразумятся или будут какие-то, скажем так, проявления. Нет. Дальше, карта дарения – это нехватка ресурса, нехватка административного ресурса. То есть это говорит о том, что будут еще какие-то перемены, и перемены будут, ну, достаточно весомые. Момент того, что будут какие-то походы РДК, ну, в это верю. Момент того, чтобы это было по масштабам что-то схожее с маршем Пригожина – нет. Возвращение Пригожина – да, будет, но тоже позже чуть-чуть. Угу. Знаєте, до вас ще, саме до вас, коли я оголосила, що ви будете сьогодні нашим гостем, написали питання. Ну, воно таке забавне, але разом з тим. За голову Путіна дають, ну, багато грошей. Хтось за це заробить? Так Путіна нет, ну за що вони можуть давати? Давати можуть що угодно, але його нету. За якусь голову ж дають гроші? За голову схожу на голову Путіна. Це із розряду, знаєте, давайте я сьогодні об'являю, там, не знаю, что можно подарить? Машину могу подарить тому, кто даст пендаля Шойгу. Вперед. Просто снимите и все, вы дали, пошли. Ну, это из этой же оперы. То есть дали голову, ну, голову, и что дальше? Ну, это ни о чем. Больше того, но его нет уже. То есть и есть просто, там, скажем так, сборище старых маразматичных пердунов, которые поддерживают этот режим. Даже если к власти сейчас частично прорвутся их, может, дети, может быть, там какие-то родственники, все равно режим пошатнется, то есть он будет все равно расшатываться больше, больше и больше. И момент раскола неизбежен. Все время отматывайте назад, на полтора-два года назад, что было, и все. То есть два года назад могла себя вести вот так Грузия, как ведет сейчас? Нет.
могла себя вести так, как сейчас везет себя, допустим, та же Франция, Германия, Польша, там, Финляндия? Нет. Значит, все равно идет потихоньку, медленно, но все равно идет расшатывание. Любое расшатывание приведет, создаст определенную амплитуду, и оно все равно развалится. То есть это неизбежно, это конец неизбежно, то есть сейчас это начало конца в любом случае. Про Патрушева, яку позицію він може зайняти? Ну, за этими рокировками стоит он, это раз. Второе, рассчитывать, что он ушел как-то в сторону и так далее, нет. Он все равно будет оставаться, скажем так, ну, иметь сильное-сильное влияние. То есть он, пусть не самое главное, но один из ключевых, скажем так. Потому что карта мага – это в любом случае влияние. Карта перспектив – это он видит, к чему он идет. И, в принципе, у него при всем этом хаосе происходит, в принципе, плюс-минус приблизительно по его плану. По поводу Шойха, здесь в раскладе, кстати, выпадает так, что ну, просто смещение – это одно дело. Но есть очень большая вероятность, что у него может случиться, там, не знаю, инсульт или сердечный приступ, там, у них как бы это часто происходит. Угу. Еще в них часто авиа- або автокатастрофа відбувається. Я думаю, здесь у них, видите, зачастили, у них чаще все-таки бывает именно, что спал-спал и не проснулся. Ваш прогноз щодо наступу, який почався в Харківщині? Який буде розвиток подій, і питають ще загрози для Сумської та Чернігівської областей. Чи піде там рух росіян? Ну, смотрите, я просматривав, по-моєму, це просматривали десь місяць назад, я говорив, що Харківська і Сумська область, там реально розклад везде випадав, ну, такий, я не говорю, що прям плачевний, но тяжелий в любом случае. То есть расслабляться особо не стоит. Если брать в целом само наступление, оно захлебнется. То есть, но какие-то определенные продвижения будут. Опять же, нужно не забывать о том, что ихняя пропаганда работает полным ходом. И моменты каких-то полностью стертых с лица земли населенных пунктов будет выдаваться как за какие-то там мега-завоевания и так далее. То есть, в принципе, так, как это делалось всегда. То есть, но само по себе оно захлебнется. Но сказать, что будет как-то... Ну, там, миновали мы какие-то, скажем так, тяжелые периоды по Харьковской и Сумской области, нет. Расклад тогда выпадал тяжелый, сейчас он выпадает не намного легче, то есть, поэтому я не думаю, что это будет прямо, ну, потеря, но момент того, что будет тяжко там, жарко, это точно, потому что туда будет наброшено очень много и делается очень-очень большая ставка с их стороны на... прориви на те, що вони як-то там смістяться. Но на самом деле, по итогу все одно захлебнуться. По Донеччині. Випадає теж в розкладах везде, що будуть якісь продвіження. Тобто, і більше того, все вот это вот навала по Харкову происходит, по суті, більше як замилювання глаз для того, щоб виходити на якісь, скажімо так, результати по Донецькій області. Тобто, там однозначно теж буде. Просто у нас зараз, у них все внимание туди, на Харьков, Сумы, и у нас там оно будет как бы все. Но при этом, если брать основу, то есть все равно выпадает, что по Харьковскому направлению тоже, то есть по Донецкому направлению будет тоже жарко. Ну там было все время, то есть все 10 лет было не весело. Ми з вами зустрічалися ще до того, як і Сполучені Штати врешті-решт проголосували допомогу, до того, як європейські країни щось більш-менш адекватне почали говорити. Як зараз бачите ви? Бо ви якраз на весну прогнозували той період, ту точку, в якій або правильно ми підемо, або неправильно. Як зараз вам показує розвиток подій в цій війні? Зараз розложимо. Смотрите, мы будем сказать правильно, неправильно, нет, там был момент того, что это затянется надолго. Или або надолго, або швидше піде. Да, да, то есть здесь выпадает сейчас, что это будет быстрее, но не надо расслабляться, здесь выпадают карты, которые показывают. Да, здесь есть карта успеха, есть карта перспективы, но при этом есть и умеренность, есть неограниченный выбор, это как бы тоже типа хорошо. Простыми словами скажу так, сейчас будет выглядеть, мы ждем того, что нам
сразу дадут всего и много. А по факту нам будет, знаете, на короткой дистанции все время подносить по мере поступа вот, необходимости. То есть вот надо, взяли и принесли. То есть забивать там какие-то ангары и скводы нам точно не будут. То есть, ну, по крайней мере, я этого не вижу, дай бог, чтобы было по-другому. Но здесь выпадает так, что по мере необходимости. Момент того, что они в это все включились, в отличие, допустим, от той же зимы, весны, здесь в раскладе однозначно выпадает. То есть есть момент того, что они включены уже как-то в процесс, осознают как бы происходящее вообще и момент того, насколько нужно то, чтобы выстояла Украина. То есть это уже тоже в раскладе есть. Но при всем этом нам надо готовиться к тому, что ближайших полгода они будут тяжелые. Причем они будут тяжелые не только там на линии соприкосновения, но и внутри самой страны. То есть, но это не значит, что мы там, не знаю, пойдем, какое-то будет критическое там, мега-состояние там, и так далее. Нет, мы все равно его проживем. Просто настроиться на то, что будет тяжко и внутри, и снаружи. То есть вот сейчас то, что если до этого все решения находились за пределами Украины, то сейчас они будут переместились вовнутрь. И нам надо просто будет этот период прожить, опять же, максимально постараться сплотиться, потому что за этих два с лишним года полномасштабки как бы очень много дроблений произошло, да, внутри социума, и они как бы мешают, по сути, продвижению, моменту победы там, и так далее. То есть в любом случае эти дробления играют в минус нам, в плюс Рашки. Но партнеры включились, однозначно включились. Единственное, что, опять же, мы ждем того, что навалится, оно не навалится. Будет ровным счетом на короткой дистанции выдаваться столько, сколько будет нужно по факту. Может быть, это обусловлено, не знаю, может, недоверием, может быть, моментом необходимости, может быть, внутренние там у них какие-то. Но выпадает так, что это будет все равно, будет помощь. Главное, что оно будет. На фоне того, что будет происходить в этом году на территории Рашки, у нас, ну, там моменты политических будут очень жестких перемен, там будут очень моменты стихийных бедствий усугубляться, то есть сейчас мы видим по моменты влияния воды, со временем мы увидим влияние огня, вот, больше того, у них вся махинация сводится к тому, чтобы, по сути, отвлечь внимание на Харьковское направление, чтобы сместиться на Донецком, но мы со своей стороны, посмотрите, в этом году сделаем максимально небоеспособным все, что касается Крыма. То есть я в этом уверен, потому что во всех раскладах показывает момент падения. То есть, по сути, по кораблям уже его сделали бесполезным по авиации. Я думаю, доведут тоже до этого же состояния. Ну, а дальше как бы просто будет территория. То есть, не будет, опять же, оно будет нести больше урон политически, потому что, по сути, удерживание территории, которая не приносит никаких моментов в плюс. То есть оно будет, опять же, раскачивать еще больше внутреннюю дестабілізацію, опять же, політичних еліт в Рашки. Хочу поговорити про теракти. Чи найближчий час планує Росія на території України теракти? Хоча можна терактами назвати все, що вони щодня роблять з Україною. Але я хотів сказати, вони, в принципі, всю війну вирішують в стилі того, щоб тероризувати мирне населення, для того, щоб воно морально ослабло і почало давити на правительство. Ну, смотрите, вероятность такая огромная, я бы сказал. Но при всем этом здесь выпадает карта обмана. То есть, грубо говоря, разгон самой информации, да, будет гораздо больше, чем по факту действий. То есть они будут больше работать именно информационно, то есть и вести такое гибридное изнутри разложение. Причем я уверен, что это будет очень-очень скоро. То есть буквально вот, ну, я думаю, конец мая, начало лета уже пойдут такие внутренняя раскачка, то есть и опять же момент того, чтобы как-то закошмарить. Но опять же, каждый день любая тревога это на 99% теракт. То есть на территории Рашки будут теракты. Вот тебе хотела запытать. Рашки, однозначно на территории здесь выпадает. Причем это не будет только приграничные там какие-то территории. Нет, это не ограничится одним биограм, то есть внутри будут тоже. Вот. Причем будут как контролируемые ФСБ, так будут и моменты неконтролируемые ФСБ. Про зміну влади і чистки. Ви про це говорили. Частково ми бачимо, що це програється. Як бачите найближчий час?
Ну, смотрите, кто же карты показывает, чистки еще, ну, они даже не чистки, тут будут больше рокировки, какие-то перестановки, если брать. И причем они предвидятся на ближайшее время, там, может быть, до месяца. Вот, то есть, ну, месяц, максимум полтора. Потом, ну, выпадает здесь так, что будет как подвешенное состояние, то есть будут моменты какой-то шаткости под кем-то, кто-то захочет какие-то перемены, оно реально не будет происходить. А глобальные какие-то изменения могут пойти все-таки ближе к концу осени, потому что здесь выпадает октябрь, ноябрь, вот так вот. Сейчас больше перемен будут на территории Рашки. Не столько у нас, сколько там. Потому что там два вот этих, скажем так, клана, они сейчас будут всячески пытаться передавить эту ситуацию, и интересы там полностью, ну, скажем так, противоположны. Если один клан представляет интересы, скажем так, ФСБ, то второй клан представляет интересы Китая. И соприкосновение там жесткое. Хочу вас ще запитати. Багато розмов, розкачувань навколо подовження легітимності, нелегітимності діючого президента України. Як вважаєте, звідки коріння цього розкачування йде? Бо знову піднялися розмови і про Майдан. Ні, ну, любой розкол, він по-любому как бы грає роль в Рашкі. Ну, происходит он все равно внутри у нас. То есть, как ты это не крути. То есть, если у нас начиналось все было просто там поделены, там, русскоязычные, украиноязычные, то сейчас этот момент дробленности, он гораздо больше, то есть кто воюет, кто не воюет, кто выехал, кто не выехал, кто при фронтовой зоне, кто в ТУ, кто был в оккупации, кто не был, то есть этих дроблений гораздо больше. А за счет вот этой вот общего такого тонуса, ну, начинает прорывать эти гнойники местами и немного. Поэтому, но это все в любом случае надо понимать, что любой вот этот момент внутренней нашей слабости, он дает плюс ФСБшной пропаганде, ФСБшной машине. То есть это в любом случае по итогу работает против нас. Сейчас разложим. А насчет легитимности, легитимности, ну, такое, как бы у них вообще же президент сдох уже давным-давно, двойник правит страной, и от серого кардинала, блин, они заявлять о какой-то легитимности, ну, такое себе. Польша выпадает все равно со стороны Рашки, но здесь какая ситуация? Здесь выпадает в раскладе так, что те, кто раскачивают изнутри, они понимают, что они действуют это в интересах Рашки. А именно прямое, вот открытое продавливание ситуации со стороны России будет позже. То есть, скорее всего, они будут выжидать все-таки, когда произойдет эта дата, и уже тогда как-то будут играть. То есть, сейчас эта игра России делается чужими руками. То есть, ну, скорее всего, если чужими, то я думаю, кем-то, кто находится здесь у нас, как бы, при всем том, что 10 лет войны и полномасштабки уже больше 2 лет, все равно остались ждуны. У всіх питаю, ще не питала вас, про саміт миру, який на червень запланований у Швейцарії. Як показує вам, чи це буде все ж таки історичний якийсь захід, чи це призведе до реальних кроків, до завершення війни і реалізації формули миру Україною? Война не может закончиться, война может приостановиться. Закончится она так, ну, как она закончится. То есть, ну, отмотайте всю историю назад. Каждый раз, когда мы верили им и шли на какие-то компромиссы, это заканчивалось всегда печалькой. Ну, то есть, она не закончится так, что все ли поговорили. Смотрите, вопрос у нас звучит как? Даст ли это какие-то, да, то есть реальные поползновения такие в сторону мира, правильно? Выпадает у нас здесь, ну, условно выпадает перевернутый успех, перевернутая полярность. То есть полярность, ну, грубо говоря, трактовать ее можно, что это не стыковка интересов, да, каких-то. Перевернутый успех, это мы не получим в полном объеме то, что мы хотим. Но при этом всем здесь есть момент передышки и момент торжества. То есть все равно какие-то плюсики, плюшки мы с этого все равно, скажем так. Но они все равно не перекроет того, чего мы будем, скажем так, как закладывать как основу. И опять же,
Есть война, да, то есть Россия, Украина. Здесь все равно выпадает господин огня. То есть, грубо говоря, будет третья сторона, которая будет влиять на то, чтобы было этих плюшек у нас много или мало. И это причем, ну, я думаю, что это не Америка. Тільки хотіла запитати, все ж таки, яка це третя сторона, яка на боці кого? А тут дело не в кого, тут хто, які будуть інтереси. Воно ж, как бы, Китай теж, как бы, если посмотреть, вроде бы, на стороне Росії, но по итогу там на своїх інтересах, вот і все. І з двох башень він буде підтримувати тільки одну, то есть, поэтому тут теж все не, очень неоднозначно. І Китай, по суті, може це все остановить самі, ну, при своем более активном участии гораздо быстрее. Може, а чи зупинить? Я думаю, что поддержка, если смотреть по раскладам всем, потому что по Китаю делали вы просмотры, выпадает так, что поддержка на ближайшее время может быть не то, чтобы ослабнуть, а подвиснуть. То есть, знаете, как притормозиться, как могут поставить на паузу. И тянуть это могут аж до осени. Вот. То есть, и больше того, по итогам, тут все зависит от того, как они распределят, скажем так, ресурсы политические внутри своего болотца. Вот и все. То есть, от этого будет зависеть, Китай с этой паузы выйдет в полном объеме, или просто это будет на уровне потребностей Китая. То есть, ну, но тем не менее, дальнейшее порабощение, то есть, оно будет все равно продолжаться. То есть, они все равно... Как бы пока они пытаются вот это наосвобождать непонятно кого и от кого, постепенно они отдаются Китаю полным ходом, в полном объеме. Последствия еще этого тоже они еще до конца не понимают. Угу. И завершить нашу зустріч хочу питанням про обміни живими полоненими. Рашка, останні два обміни, які готувалися, зірвали на найближчий час, на найближчий місяць-два, чи все ж таки реалізуються обміни живими полоненими? Смотрите, здесь упадает, опять же, момент паузы, это раз. Второе, карта Маган, это у нас продавливание ситуации, влияние на ситуацию. То есть, грубо говоря, продавить ситуацию и вести эти обмены, да, будут. Больше того, они имеют дальше карту перспективы, это говорит о том, что оно будет, ну, повисит в подвешенном состоянии, потом оно все-таки стартанет. Но здесь есть карты, которые показывают о том, что будет дополнительная манипуляция. То есть... Они или как-то будут пытаться откорректировать вот эти условия, да, обмена, или как-то спекулировать на них в ближайшее время. Причем жестко это будет, ну, жестко, цинично, но это будет, опять же, выдержу паузу, я думаю, эту паузу выдержат вот, пока идет вот это наступление на Харьковском направлении, я думаю, вот эту паузу они будут выдерживать. То есть, пока они дойдут до стадии, когда они осознают, что есть момент того, что оно захлебывается. Потом будет какая-то манипуляция. То есть, или смена условий, или смена, опять же, каких-то сроков. Но я думаю, условия будут как-то они пытаться продавить. Потом, по итогу, все равно это будет. Но сказать, что это, дай бог, чтобы я ошибался, что это прямо в ближайшее время. Хотя я считаю, что это самое страшное, то есть, попасть в плен. Найближчі дні планують масовані підступні обстріли України. Весь май буде жорсткий, тобто максимально. Во-первых, в розкладах везде випадає момент того, що, і причому це, ну, понятно, Одеса, Київ, я говорив, що воно як з осені почалося, так воно і буде продовжуватися. Прифронтовая, понятно, ну, в цілому всю Україну, тобто жорстко буде весь май кошмарити настільки, наскільки... Тобто все давиться на те, щоб компенсувати... недочеты, скажем так, на поле боя, компенсировать террором местного населения. Вот и все. То есть, внутри страны. То есть, и это не будет, опять же, в раскладах выпадает. Нету такого. Мне хотелось бы как-то поделить по секторам и сказать, тут более безопасно, а там более опасно. Нет.
Ты сидишь вот по одному и тому же, допустим, региону там, или карту делишь на четверти, делаешь расклад, у тебя каждый расклад показывает то, что ну, нету такого, чтобы оно было, допустим, безопасно полностью. То есть вероятность везде есть. Поэтому слышите тревогу, ушли в убежище. Все, все. То есть, ну, надо не забывать о том, что осколком там, или ошметком там, сбитого какого-то дрона, ему все равно, где вы находитесь, в ТУ, не в ТУ, вышли вы просто за водой в магазин или не знаю, то есть ему все равно, то есть он убивает одинаково всех. Сергій, наостанок, можливо, напуття людям, бо у вас виходить завжди так дуже емоційно допомогти нам зібрати глузди. Значит, що я хотів сказати? Перше, зараз у дуже багатьох є депресухи, реально. Глубокие или апатии, или даже переходящие уже депрессии. Я, конечно, не великий психолог, но я пытался копаться, почему так происходит. Украинцы сами по себе такие люди, которые привыкли планировать. То есть у нас всегда были планы, что мы делаем, где мы там огурцы садим, где мы в гости едем, где мы вино делаем, где мы, блин, отдыхаем и так далее. То есть у нас всегда были планы. Период войны планировать что-либо невозможно. Вот этот момент отсутствия планирования, он не дает момента, не момента, а ощущения того, что ты контролируешь ситуацию. Именно из-за этого мы впадаем в эти состояния. Поэтому всем рекомендую выставлять какие-то короткие дистанции, то есть в планах, тогда вы не будете впадать в это состояние. Второе. В ближайшие полгода будут тяжелые, что на фронте, что внутри страны, что за ее пределами. Но это не значит, что мы загнемся, что нас не станет, что нас завоюют там или еще что-то. Это просто такой период, который надо прожить. И все, и мы его проживем. И дай бог, я уверен, что ЗСУ выстоят, а партнеры не обосрутся с подачей патронов и снарядов и прочего. Все, момент ну, вот этого выснажения, да, то есть измора, да, то есть они нас пытаются взять по-своему. Но на самом деле у них внутри... В то же время работает очень против сильно них. И это не момент того, что понятно, что их там в 4-5 раз больше этого мяса. Но тем не менее, то есть раскачка экономическая, политическая там тоже сказывается очень-очень сильно. И тоже они хотят как можно быстрее подойти к какому-то финалу. Вот. Поэтому момент того, насколько мы будем сплоченные, насколько мы будем выдержанные, он играет нам в плюс. Ну и третье, не поддаваться на провокации. Всегда брать, думать о том, кому выгодна та информация, которую вам подают. То есть, ну реально, я недавно видел видео, где я веду интервью на английском языке, и его явно вел не я. Поэтому не верьте. То есть, пока вы не проверили информацию, не верьте. Не делайте поспешных выводов. Ну и помните, внешний враг – это внешний враг, внутренний – внутренний. Но сначала надо разбираться всегда с внешним. Отак. Я вам дуже дякую. Друзі, тримаємо стрій та настрій, тримаємо голову в холоді. Попри все, ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.